Водители, которые передвигаются по городу в темное время суток на большой скорости, очень рискуют стать участниками ДТП. Как это произошло с водителем легковой машины, который врезался в маршрутку? Подробности в рубрике «Дорога. Территория закона». Второго февраля в 6 вечера на перекрестке улиц Шабанова и Ленина водитель «Пежо», 31-летний житель Ставропольского края, превысил скорость и врезался в остановившуюся на перекрестке маршрутку, которая двигалась по 20-му маршруту. В результате ДТП пострадала 17-летняя пассажирка «Пежо». С сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой она была госпитализирована.